принципе, проверки прошли достаточно успешно, потому что основные участники уже едут шелковый путь не первый раз, знают уровень технических требований, знают правила подготовки автомобилей и правила прохождения технического осмотра, технической комиссии. Поэтому особых замечаний не было. Новые участники, особенно китайские, конечно, есть какие-то замечания, еще имеют мало опыта, и у них свой подход подготовки автомобилей. Поэтому были небольшие замечания, но устранены, и, в принципе, все участники, будем считать, успешно прошли техническую комиссию. Назад проехал по первому скоростному участку, очень в очередной раз меня впечатлил. И красивая природа, и интересное пилотирование. Извилистая дорога в лесу, но с большим количеством камней. Будет успешным тот, кто не пробьет шины. Далее гонка устремится в Монголию. Там больше простор, больше масштаб, выше скоростной барьер, степи, сопки, другой рельеф. И другие шины нужно будет ставить на автомобили, на мотоциклы участников. После того, как видим в Китае дюны, пески, другое пилотирование, другие принципы управления автомобилем. И, конечно, вот этот вот набор способов пилотирования, набор возможностей автомобиля, насколько техника каждого подготовлена к этому, продемонстрирует еще и то, что выпускает автопроизводитель, мотопроизводитель. Это же тоже борьба не только спортсменов, но и тех, кто изготавливает технику. Они тоже переживают, они тоже болеют, каждый за свой бренд. Поэтому ждем с нетерпением увидеть вот это состязание человека и техники, и природы. Good race. Я жду хорошей гонки. В этом году разные участники, такие как КАМАЗ, МАЗ, ХИНО. Очень хорошие этапы. Мы уже бывали в России до этого, но не в этой части. Тут для нас все в новинку. Монголия также новая для нас страна. А после того, как мы попадем в пустыню Гоби, где уже бывали, нас будут ждать большие дюны и красивые виды. Мне нравится эта гонка. Организация и приветливые люди. В общем, надеемся на очень хорошую гонку. Об общей готовности к гонке мы сможем рассказать 16 июля. Вот тогда станет понятно, готовы мы или нет. Только тогда. А сейчас скорее такой настрой и ожидание от предстоящего приключения будет очень интересно. Я в этом уверен. У нас на начало гонки только боевой. Интересный предстоит маршрут. Надеемся, что организаторы представили его сегодня в очередной раз. Очень интересно новых мест. И надеюсь, что сам маршрут будет интересен. Лишь бы, конечно, погода не внесла свои коррективы. А так, в целом, надеюсь, что гонка будет довольно-таки интересной. Надеемся на хороший результат, на победу. Как мы уже говорили во вчерашнем репортаже, 4 КАМАЗа участвуют в ралли «Шелковый путь 2019». Вот они, наши красавцы. Мы около закрытого парка. Доступ туда, естественно, запрещен. Но скоро здесь начнут появляться пилоты для того, чтобы поехать отсюда на подиум. КАМАЗы, три основных машины, практически не отличаются от дакаровских, как в интервью перед гонкой рассказывал Сергей Савостин. Есть кое-какие модификации, ну, в частности, использованы автоматические коробки передач на всех трех КАМАЗах. Не стали ставить автоматическую коробку на машине Сергея Куприянова. Вы помните, там что газодизельная силовая установка. И вот традиционно липхер, который на ней, наш мотор,
используется с традиционной механической коробкой передач. То есть от добра добра не стали искать. Поэтому посмотрим, как она проявит себя на гонке. Вот. Но, собственно, остается совсем чуть-чуть времени и практически поехали. Долго ждали старта, вот, наконец-то он сейчас произойдет, поэтому есть, конечно, естественно, переживания, но, наверное, еще больше переживает мой новый механик, который для него это вообще первое соревнование, он выезжал до этого только на тестах, и, конечно же, для него это все так в новинку. Терпением ждали этого события, этого соревнования, этого старта. Эмоции переполняют. Мы в предвкушении серьезного соревнования, что будет борьба. Борьба будет непростой. Вот мы видим здесь конкурентов. Вот, и, естественно, ждем уже старта на спецучастках, чтобы доказать, что у нас отличный автомобиль, у нас отличный экипаж, у нас отличная команда. И постараемся работать слаженно и привести хороший результат.